день, дорогие друзья! В преддверии летнего сезона мы решили для вас снять серию роликов о самых лучших отелях или о тех отелях, которые бы мы хотели порекомендовать вам для отдыха. Продвигаемся с вами от южного берега постепенно немного восточнее. И тут нас встречает гостеприимный Белег. Территория курорта настолько обширна, что смотреть отели можно несколько дней. А чтобы вам не изучать кучу форумов, я сделала всю работу за вас. Итак, если вы любите движение, активную ночную жизнь и тусовки, то в Белеге это все можно найти. И первый из более молодежных отелей – это мой любимый отель Мардан Палас. Он построен в дворцовом стиле и стоит на первой береговой линии. В этом году его реновировали, и появилась детская концепция отдыха. Кстати, дети в отеле принимаются с одного года. И даже для таких крошек есть мини-клуб. И питание появилось в а-ля-картах. Но так как говорим об этом отеле как о более молодежном варианте, то для нас здесь есть 22 бара, 8 а-ля-картов, 5 из которых можно посетить бесплатно. Также есть дискотека. А еще есть концертная программа. И, находясь в этом отеле, вы можете попасть на концерт одного из ваших любимых исполнителей. Еще я бы выделила для вас отель Spice. Марокканская архитектура, активность анимации, 5 баров, включая круглосуточный, 5 горок, дискотека и кинозал порадуют вас во время отпуска. А если вы занимаетесь йогой, то есть отдельная терраса и для этого. Еще в отеле есть очень классный спа. Кроме того, пешком можно дойти до Белега, а это безусловный бонус. Обращу ваше внимание на то, что в последнее время этот отель несколько ослабил свои позиции по сравнению с другими предложенными мной отелями. Поэтому, если сервис ваш главный критерий, то предлагаю вам еще один вариант. Отель The Land of Legend. Отель входит в цепочку Rixos, а как знаете вы, Rixos – это всегда качество. Территория отеля настолько большая, что каждый найдет на ней свое местечко. Своего пляжа у отеля нет, но мы ездим на трансфере на пляж Rixos. Кроме того, один раз в день курсирует бесплатный трансфер от отеля The Land of Legend до отеля Rixos Premium Белег. На территории этого отеля есть дельфинарий, аквапарк с 41 водной горкой, парк животных, который, безусловно, порадует и взрослых, и маленьких посетителей. Если вы часто бываете в Турции, то, наверное, вы знаете, что в этот отель можно попасть и в рамках экскурсии, конкретно в аквапарк, как от оператора, так и от местных агентств. Отель Адам и Ева. Это еще один вариант для роскошного молодежного или молодежно-семейного отдыха. Концепция отеля только для взрослых, поэтому детской инфраструктуры здесь нет. Такие опции, как сквош, джакузи, являются в отеле привычным делом. А вот дизайнерские кровати у бассейна, стейкхаусы, рестораны суши, афродизиака и ресторан с концепцией ужина в темноте являются безусловной фишкой отеля. А концертная программа, расписанная на все лето, станет прекрасным дополнением к вашему медовому месяцу или семейному отдыху. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефону, указанному на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.